Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Накануне Михаил Боярский обратился к поклонникам с призывом материально помочь музыкантам, в семье которых случилось горе. Правда, подписчиков больше заинтересовал внешний вид актера. Во время пандемии коронавируса звезда находится на самоизоляции. Как только объявили период нерабочих дней, он уехал вместе с семьей на дачу в Ленинградскую область, играет с внуками, общается с соседями, благодать, одним словом. Накануне Михаил Боярский впервые за долгое время показался на публике. Он записал видеообращение в поддержку музыкантов, которые собирают деньги на лечение двоих детей с редким генетическим отклонением. Многих напугал внешний вид артиста. Некоторые посчитали, что исполнитель роли Д'Артаньяна стал похож на Кощея Бессмертного. Лицо осунулось, глаза скрылись, волосы на голове практически исчезли. В старике на кадрах сложно было узнать любимца советских женщин. Журналисты решили узнать, все ли хорошо со здоровьем Михаила Боярского. В беседе с прессой актер заявил, что дела у него идут прекрасно. 71-летний артист добавил, что уже давно не смотрелся в зеркало, потому что внешний вид для него сейчас не имеет значения. Он подтвердил, что находится на даче с семьей. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.